Это видео сняли очевидцы. Водитель КамАЗа, направляясь из Караганды в Темиртау, во время спуска с сопки не смог затормозить. Автомобиль развернуло и бросило на встречную полосу, прямо в переполненный автобус. От удара ман откинуло в сторону, и, покатившись, он столкнулся с бензовозом. По словам полицейских, никто из участников ДТП не пострадал. Ну, в результате дорожно-транспортного происшествия, к счастью, никто не пострадал. Только получили механические повреждения транспортные средства. Ну, привлекли к административной ответственности водителя. Сейчас дело будет направлено в суд. Всего, по данным полицейских, в этот день было совершено 2 дорожно-транспортных происшествия, зарегистрированных в УВД. Пострадавших в этот день не было.